Привет, друзья! Сегодня приготовим вкусный, нежный, шелковистый паштет из обычных рыбных консервов. Нам понадобится всего лишь банка сайры или сардины и погружной блендер. Ну и еще несколько мелких дополнительных ингредиентов. Берем разделочную доску, очищаем лук и режем его на мелкие кусочки. Если используете блендер, лук можно порезать произвольно, все равно мы его потом будем измельчать. Затем разрезаем яйцо на две половинки и открываем сайру. Ну или сардину, смотря что вы используете. Еще нам понадобится плавленый сырок, его нужно разрезать на произвольные кусочки. Ну примерно вот на такие вот кубики. Теперь берем блендер, погружной или стационарной разницы нет, складываем в него яйцо, нарезанный лук, плавленый сырок и дальше кладем консервы. Консервы кладем вместе с маслом. Только не добавляйте, пожалуйста, все масло, буквально половину столовой ложки будет достаточно, иначе паштет получится слишком жидким. Наливаем туда же немножко соевого соуса, накрываем блендер крышкой и измельчаем на максимальной скорости, до однородного состояния. Еще раз отмечу, что погружным блендером тоже можно пользоваться, разницы никакой не будет. Вот такая вот красота у нас получается. Берем обычную баночку с крышкой, можно стеклянную, можно пластиковую, и перекладываем в нее наш паштет. Хранить такой паштет нужно обязательно в холодильнике. Но я думаю, что долго он у вас точно там не простоит. Его очень вкусно есть просто с обычным свежим хлебом или с багетом. Нарезаем багет на кусочки, раскладываем на тарелочку, намазываем на багет паштет и украшаем свежей зеленью. Еще такой паштет можно использовать как начинку для каких-нибудь роллов из лаваша или для каких-нибудь бутербродов. Очень вкусно, быстро и просто. Приятного аппетита!